Вот, покинул игру, остается дождаться, пока время кончится. Газета дештег дал, зайсть в Риме, там чего-то газета крутится. Его грубая ошибка. Ошибка. А я бы сбил с этим, надо было с этим бить. Там рокировку делать. Сомнительные хода два. Тут надо было идти. А я подошел тот сомнительный ход. В общем, чтоб если бы он конем отошел куда-то, я бы его королеву. Я как бы подвесил его коня. Называют. Хотя своего слона тоже подвесил, но я его просто вывел, чтобы он вот эту линию пересекает теперь. Хотя он вот может теперь вот эту бить спешку, а вот так, если бы я тут подошел, я бы защитил ее.
что он сперва выигрывал. Даже этого я не знал. Сколько у него пешек? 2, 3, 4, 5, 6, 7 у меня. У него 7 как бы равны. У меня не разрокированный король. Еще 2 коня не выведет. Потом у него как бы лучше позиция. Вот тут ему нужно было бить этого коня. Он как бы не захотел. Ну как тут он королеву потерял. Ну, в общем, сначала все ему. Без никаких анализов. Все. И он вышел после этого времени. Если в начале как было, вот тут, 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 мне нужно было конем идти и напасть на него эту слишком. Теперь я минус залез. Но это может нестандартные шаги, это больше его еще запутало. Потому что тут 10 минут времени не так много. И ему тоже как бы на нервы подействовало. На его. Вот он ту спешку, может быть, не заметил. А вот теперь заметил. Советую, что тут нужно было когда он вылезли. Тут конь защитой пешки. А то потом забывается. И так всегда под защитой. С ней замылишь. А тут как бы на королеву напасть. Этим я напал на королеву. Он захотел как бы спешку халявно скушать. Я не заметил, что королева стоит. Он еще посмотрел на эту спешку. Думаю, да, надо ее защитить. Потом заметил, так уже королева стоит. Уже хотел ее вот так выдвигать вперед. Смотрю, королева защищает, зачем выдвигать. И тут уже понятно, что у меня уже конец, если я где-то грубые шипы не допущу.